Выставка посвящена искусству Дании первой половины XIX века, эпохе, которая считается золотым веком датской культуры. На выставке вы увидите 60 произведений из музея Копенгагена, а также один рисунок и одну скульптуру, принадлежащие музею изобразительных искусств имени Пушкина. Копенгагенская академия художеств была основана в 1754 году, однако самобытная датская художественная школа возникла лишь после 1820 года. Ее создателем по праву считается Кристофер Вильхельм Экерсберг. Получив художественное образование в Копенгагене, Экерсберг в 1810 году приехал в Париж, где стал учеником Жака Луи Давида, самого видного представителя французского неоклассицизма. Однако окончательно, как художник, Экерсберг сформировался в Риме, где он прожил несколько лет, с 1813 по 1816 год. Находясь под впечатлением от архитектурных памятников вечного города, он с особенным увлечением писал городские виды, изыскивая неожиданные точки зрения и заботясь о передаче освещения в разное время суток. Пристальное внимание к деталям сочеталось у него с тщательным отбором элементов изображения и продуманной, рационально построенной композицией. В Риме Экерсберг освоил практику живописных этюдов на пленэре. Принято считать, что именно римские пейзажи Экерсберга заложили основу датской живописи Золотого века. В 1818 году Экерсберг занял должность профессора в Копенгагенской академии художеств. Обязательной составляющей его педагогической системы были этюды с натуры. Вскоре мастеру удалось собрать вокруг себя группу молодых талантливых учеников. Уже тогда критики заговорили о школе Экерсберга. В последующие 2-3 десятилетия Экерсберг, вне всякого сомнения, самый видный художник Дании. Он пишет по заказу множество портретов, а также исторические полотна. Со временем излюбленным жанром Экерсберга стала Марина. Кристиан Альбрехт Йенсен, ученик другого преподавателя Академии Лоренсена, был одним из тех немногих художников Золотого века, которые посвятили себя исключительно портретной живописи. Короткий период расцвета Йенсена, ставшего ведущим портретистом Дании, относится ко второй половине 20-х годов, когда количество заказов у Экерсберга сократилось. Во время экономической депрессии, которая характеризовала жизнь страны на протяжении 20 лет после окончания наполеоновских войн, небольшие скромные портреты Йенсена в большей степени, чем крупномасштабные работы Экерсберга, соответствовали запросам датчан. К тому же он демонстрирует значительно большее внимание к психологической характеристике персонажей. Что касается учеников Экерсберга, они пошли по стопам своего учителя, ревностно изучая римские пейзажи мастера. Попадая в Италию, они писали картины в том же роде, с видами античных и средневековых построек. Это относится к таким художникам, как Мартинус Рёрбю, Константин Хансен, Йорген Рёд и Кристен Кёпке. Правда, они не ограничивались изображением Рима и его окрестностей. Некоторые из них существенно расширили географию своих путешествий. А вот Кёпке не любил путешествовать и даже в Италию, кажется, отправился неохотно. Он жил и работал большей частью в пригородах датской столицы, находя сюжеты для своих картин поблизости от дома, с любовью изображая незначительное и повседневное. С конца 20-х годов молодые художники все чаще обращаются к изображению архитектурных памятников Дании, которые приобрели значение национальных символов. Целый ряд исторических зданий был тогда запечатлен на картинах. Это относится, в частности, к полотнам Йоргена Рёда и Константина Хансена с видами датской архитектуры Средневековья и эпохи Возрождения. Не все художники, учившиеся у Экерсберга, стали его прямыми последователями. Вильхельм Марстранд работал в основном в сфере жанровой живописи. В его полотнах более чем в произведениях других учеников Экерсберга
присутствует повествовательно-иллюстративное начало. 35 Хольт был единственным из учеников Экерсберга, кто посвятил себя исключительно пейзажу. Тесно общаясь с немецкими художниками, он испытал влияние немецкой пейзажной живописи. Вообще же, около 1830 года в Копенгагене проживало много немецких мастеров. С другой стороны, датчане, направляясь в Италию, охотно останавливались в крупных художественных центрах Германии. В первую очередь в Берлине, Дрездене и Мюнхене. Фредерик Сёдринг, не принадлежавший кругу Экерсберга, никогда не был в Риме и писал в основном норвежские и немецкие мотивы. Однако около 1840 года в датском искусстве произошли заметные перемены, вызванные изменением политической ситуации. Теперь, напротив, насаждалось негативное отношение ко всему немецкому. В 40-х годах XIX века споры о национальной идентичности затронули все сферы общества и серьезно повлияли на культурную жизнь. Национальный вопрос способствовал объединению художников, в первую очередь пейзажистов. В то время молодые художники увлеченно изображали датскую природу, и среди них Йохан Томас Лундбю, Данквард Драйер, Питер Кристиан Скоугер и Вильхельм Кюн. Рассудочная эстетика Экерсберга, основанная на критерии объективности, была чужда новому поколению живописцев, восприимчивых к романтическим веяниям эпохи. Лундбю, Драйер и Скоугур возглавили национально-романтическое движение. Они хотели показать, что датская природа может быть такой же великолепной и удивительной, как природа других стран. У Лундбю неотъемлемым элементом национально-романтического пейзажа стало изображение старинной архитектуры Дании. Что касается Кюна, он поддерживал эту линию развития пейзажной живописи даже много лет спустя после окончания Золотого века. Золотой век датского искусства закончился в 1848 году. Это произошло не только из-за изменений политической ситуации, отмены абсолютной монархии и начала первой Шлезвиг-Гольштейнской войны. В этом году ушли из жизни многие из самых значительных мастеров, в то время как другие прекратили или почти прекратили работать. Наконец, появились молодые живописцы с новыми художественными идеалами. Выставка «Датские мастера. 1800-1850-е» дает возможность не только проследить эволюцию датской живописи в первой половине XIX века, но и выявить жанровые предпочтения художников, устойчивые мотивы, которым датские мастера были особенно привержены. Соответственно, в экспозиции различаются следующие разделы. Мастерская художника. Портреты и сцены семейной жизни. Датские пейзажи и марины. Город и окрестности. Итальянские мотивы. Особый раздел посвящен скульптору Бертелю Торвальдсену, одному из самых выдающихся мастеров европейского неоклассицизма и единственному из датских художников того времени, удостоившемуся мировой славы. Большую часть своей жизни, почти 40 лет, Торвальдсен провел в Риме. Его творчество опиралось в первую очередь на классическое античное искусство, а сюжеты своих скульптур он чаще всего черпал из греко-римской мифологии, реже из мира христианских образов. В 1838 году Торвальдсен с триумфом вернулся в Копенгаген. На выставке творчество Торвальдсена представлено одной скульптурой и ранними рисунками.
Рисование было неотъемлемой частью его творческого процесса. Мастер делал рисунки карандашом, чернилами или черным мелом в непосредственной связи с работой над скульптурами и барельефами. Беглые наброски чередуются с тщательно проработанными эскизами. Единственный лист Торвальдсена в собрании Московского музея «Мадонна с младенцем» экспонируется в одном ряду с несколькими рисунками из музея Торвальдсена, которые также навеяны композициями Рафаэля. Другие рисунки из Копенгагена основаны на античных сюжетах. Создавая скульптурные портреты, Торвальдсен обходится без графических этюдов, работая непосредственно в материале. Это относится и к портретной статуе княгини Борятинской. В 1818 году мастер заключил договор с князем Борятинским, мужем княгини, подтверждающий заказ на создание статуи. Гипсовый оригинал, а также выполненная самим Торвальдсеном мраморная статуя, находятся в музее Торвальдсена. Эта скульптура не была вовремя отправлена в Россию. Много лет спустя наследники Борятинской получили мраморную копию статуи, исполненную в 1847 году учеником Торвальдсена Херманом Вильхельмом Биссеном. Именно это произведение, принадлежащее Музею изобразительных искусств имени Пушкина, экспонируется на выставке.